Здравствуйте. Давайте посмотрим, а есть ли любовь у этого человека к вам? Какие чувства он испытывает? Давайте глянем чуть-чуть одним глазком. Загадайте человека и посмотрим. Что испытывает к вам человек? Любит ли? Посмотрим, что за мужчина, чтобы точно знать, да? Типа справедливый, горящий, да, горящий такой прямо. Сексуально ориентированный мужчина, очень горит, да, такой темпераментный. А ему кажется, что он справедливый, да, все делает, типа, ты мне, я тебе. Пытается ровно держать чашу весов всегда. Любвеобильный. Либо здесь говорится, что у человека, да, есть какая-то пара, с которой у него все потихонечку идет, потихонечку, помаленечку, по умеренности, да, такими мелкими шажками, да, шажок вперед, два назад. Так, даже немножко уже, да, задолбало так ходить. Есть пара у человека, да, и он испытывает интерес и желание. Покажите нам. Много думает, очень много мыслей. Человек разносторонний, ему все интересно, но пытается сохранять баланс, да, между тем, чтобы сунуть нос куда-то там еще. Вот я говорю, что все интересно. Может рассматривать любые варианты, любые. Это также говорится и про людей, да, и про женщин. Мы же здесь смотрим и чувственную сторону, да, есть ли любовь к вам, вы же смотрите. Может смотреть на других, хотя здесь уже показано, что пара какая-то у человека есть, и причем пара – это бывший. Бывший. Девочки, это для тех, у кого расставание было недавно. Человек здесь считает, да, не расставание, а какая-то ссора. Здесь человек считает, что пара у него есть. И воскресить то, что было, да, помириться, человек намеревается. То есть на парность, да, все-таки на двойку чаш выпало воскрешение отношений, да. Пусть отношения долгие, может быть, они затянулись, никуда, ни к чему не приводят. Может быть, чувства такие, да, в которых человек пытается разобраться, надо или не надо, что вообще происходит. Но человек здесь хочет, считает, что это по судьбе, что человек, вы по судьбе. Так, королева пентаклей, ценная женщина, да, любит девочки, конечно. Тут я говорю не потому, что королева пентаклей. Здесь по двойке, да, любит человек, потому что хочет воскресить. Ему нравится то, что он испытывает к вам. Симпатия ли это, да, двойка, в принципе, не так много, но это уже говорит о том, что у человека есть заинтересованность. Такая, причем она не проходит даже после ссоры, да, человек вот рассказывает. Вы яркая, яркая, как тут пентаклик, да, то есть вас не забыть. Как бы закрываешь глаза, а вы светите все равно. Очень много и часто о вас думает. Девочки, есть чувства, есть любовь. Туз жезлов, двойка жезлов, туз кубков говорит о том, что человек здесь горит. Да. Он много смотрит везде, может быть, много планов. Может быть, здесь показаны планы именно на вас как на пару. Может быть, выясняете, потому что притираетесь, да? Воскресить хочет. Здесь на воскрешение, так сказать, выпало десятка мечей. Здесь говорит о том, что ссора была. Была и причем такая убийственная. То ли люди вместе устали быть по умеренности, да, никуда ничего не развивалось, да, шло все одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же уже достало, да. Он понимает, что он тормозит это все. Но почему-то сейчас вот такая жизненная ситуация, да, что ну, не, почему-то не принимает решения.
Почему же не принимает решение? Вот он и выпал, король жезлов, да? Харизма. Харизма, огонь, человек горящий. Человек, который горит. Горит ко всему. Вот во все прям ему надо засунуться. Человек знающий, но очень эгоистичный по огню, да? Если вот человек с таким со сложным характером, девчонки, может сгореть и, так сказать, пожаром, да, задевает всех, которые рядышком. Горит к вам человек, девочки. Любовь у него есть. Здесь была ссора. Подбиваю, да. Здесь была ссора, причем тяжелая ссора. Но он это все, он хочет воскресить. Он понимает, что будет тяжело. Что он сделал, почему-то не показали. Давайте посмотрим. В чем провинился? В чем провинился человек? А, была другая. Дама пентаклей, дама чаш. Любовница была. Еще одна. То есть вы были не одна. Вот оно что. Угу. Понес свой пентакли куда-то. Здесь, девочки, напишет он вам. Напишет, потому что любит. Туз кубков, ваш пентакли говорит о том, что что-то от него будет, какой-то знак внимания. Девчонки, здесь не оставит он вас, не оставит. Здесь прямо мысль о том, что надо воскресить. Он прекрасно понимает, что пошел не туда, не в ту сторону, сделал не то. Но вот легкость, по которой он ходил к той женщине, она была легкостью. Королева чаш говорит о любовнице всего лишь, да. То есть проявление каких-то вот таких вот, ну вот нахлынуло, видимо, на человека. Я не оправдываю нисколько, я говорю как есть. А все-таки дама пентаклей более такая основательная женщина, да. Ну, вот более шире, что ли, она по энергетике. Чего-то не хватило ему вас, дамочки. Тоже об этом думайте. Если ему нужна была романтика, либо окунуться в другие энергии, значит, вы даете энергию более тяжелую, заземленную. Вот знаете, таким вот более заземленным женщинам надо иногда отрываться от земли, девочки. Потому что мужчинам тяжело с вами в плане вот такой вот, более такой, знаете, что-то надо воздушно иногда играть, уметь перевоплощаться. Тем более женщина, ведьма, всегда по жизни, любая, неважно, вы должны уметь владеть стихиями. Да, сегодня я такая, завтра я другая. И это не говорит о том, что сейчас, как многие начнут писать, что я клоун. Нет, так это для вас. Энергии, которые вы притягиваете, они циркулируют в вас. Вы развиваетесь сами, энергетически растягиваете поле. Чем больше поле, тем больше возможностей вы притягиваете, поймите вы. Это говорит и про вашу работу, и про ваши финансы, и про ваше, я не знаю, окружение людей, которые будут вас поддерживать. Вы растягиваете себя. А чем больше поле, тем больше поместится. Понимаете, туда? Вот в чем дело. Расширяйте себя, свою энергию, владея энергиями всякими. И для мужчины вы будете разные, да, мужчины не будут ходить налево. Но здесь человек виноват, он это чувствует, девочки. Вы для него важна, вы. Придет он. Да, здесь был уход. Здесь был, знаете, даже не ссора и скандал. Здесь просто, знаете, вот как... Ну вот просто не было слов. У вас, скорее всего, не было слов. От такого предательства не было слов. Даже нечего было сказать, потому что какой-то шок был. По восьмерке, да, кубков здесь просто как-то вот все. Так хоп, и развалилась, как карточный домик. Такой легкомысленный, да, товарищ. Праздников ему все время надо, хочется огня, хочется зажигать. Может быть, вы не поддерживаете, да, вот все вот такое вот, алкоголь, там еще что-то. Направлено, может быть, да, у вас сейчас в другую сторону совсем поход, мысли какие-то, задачи другие у вас. Но он решил вот так вот расслабиться, человек.
Давайте посмотрим, любит-то любит, давайте посмотрим, придет, надо ли верить ему, надо ли верить в его любовь. Надо ли верить в его любовь? Вы единственная женщина, которую он выделил. Единственная. Вы над всеми. Как, знаете, глава гарема. Самая главная, любимая женщина. Надо ли верить, девочки? Тут решать только вам. Потому что у человека по звезде... Звездит он, звезда, любит вас безумно. К другим относится более легкомысленно. Но вот любит он звездить. Восьмерка мечей, да. С вами какие-то ограничения, вот хоть убейте меня. Какие-то блоки, какие-то ограничения внутренние. Что-то человек не может с вами быть таким, каким он бывает с другими женщинами. Вот, понимаете? Хотя любит вас безумно. Поэтому, девочки, если хотите, да, быть с ним, то как-то вам надо. Если нет, то нет. Но на ответ на вопрос, любит ли, если чувства есть. Они не делись никуда. Вы самое яркое, что у него есть. Земная, простая, теплая. С вами, знаете, жизнь, вот даже если конец света будет, вот так мне идет у него. Но другие, видите, тоже как-то, видимо, присутствуют здесь. Потому что человек, да, все равно легкомысленный. Вот.